Здравствуйте, с вами программа «Под ключ», я ее ведущая Валерия Саенко. Этот выпуск мы полностью посвятили экономии времени, денег и нервов. Сначала поговорим о загородном строительстве. Почему не стоит бояться стройки зимой? После обсудим, как сохранить нервы и время при оформлении сделок с недвижимостью. Но сначала по традиции давайте вспомним, о чем шла речь в предыдущем выпуске. В предыдущем выпуске мы рассказывали о питьевой воде. Улучшить ее качество можно с помощью мембранного фильтра. Аквафор Лидер ДВМ-3 имеет 4 картриджа. Первый очищает воду от примесей, второй удаляет хлор, растворенные в воде газы. Третий – это мембрана, а четвертый картридж – минерализатор. Минеральный состав воды при использовании фильтра не меняется. Кроме высокого качества, его отличает и хорошая цена – 4770 рублей. Это в 1,5-2 раза дешевле, чем обычные мембранные фильтры с накопительным баком. Купить такой фильтр можно в магазине «Ручеек». Также мы рассказывали о механизированном оштукатуривании стен. Это процесс, в котором самые трудоемкие операции выполняет специальная штукатурная станция. В результате работы идут примерно в 1,5 раза быстрее, а общая себестоимость сокращается. Работа вручную в среднем по Владимиру стоит 300 рублей за квадратный метр. Механизированное оштукатуривание обойдется от 240 рублей за квадрат. А вот качество работ повышается. Механизированным оштукатуриванием занимается компания «33 штукатура». По вашему желанию, работу могут выполнить под ключ. Разрушаем стереотипы. Зимой строить можно. Это утверждение на своем примере доказывает одна из владимирских компаний. Причем речь идет не столько о многоэтажках, сколько о загородном индивидуальном строительстве. Сегодня возводить коттедж зимой – это не только безопасно, но и дешево. В чем преимущество зимнего строительства и как сделать свое жилье теплым? Обо всем по порядку прямо сейчас. Перекрытые плиты. Очень важный момент, что уже в плитах везде забиты русцы. Здесь, в принципе, вот видно, что смонтирование неправильно. После уже будет делаться чистовой пол по первому этажу. Пока в этом доме готов только цокольный этаж, но уже к весне владелец сможет здесь полноценно поселиться. 230 квадратных метров площади, 2 жилых этажа возведут всего за несколько месяцев. Работа над коттеджем будет идти даже зимой. Во-первых, это выгоднее зимой строить, так как материалы дешевле. И бояться того, что будет это неправильно, не надо, так как уже все предусмотрено к тому, чтобы вести зимнее строительство. Это непосредственно клей до минус 10 градусов для газобетонных блоков. Непосредственно себе бетон с добавками идет до минус 20. Компания «Владимирский строитель» занимается строительством каменных домов уже 5 лет. В зимней стройке видит только плюсы. По времени занимает столько же, сколько и работа летом. В среднем 3-4 месяца. Осадки работу никогда не останавливают. Мешать растворы рабочие привыкли в теплом помещении. Что же касается температур, работать можно до минус 10 градусов Цельсия, то есть практически всю зиму. Для строительства компания использует только проверенные материалы – кирпич и газобетон. Самая главная технология в строительстве – это газобетонных домов. Это непосредственно вести строительство правильно по технологии кладки газобетонных блоков. В кирпичной кладке это, конечно, немного сложнее, должны быть хорошие специалисты. Самый важный момент, что у нас мы получаем заказ и не бежим искать строителей где-то, кто будет эти дома строить. А у нас сколочены свои бригады, очень сильный состав, хорошая большая команда. Преимущество камня в сохранении тепла. Защитить дом от сильных морозов сможет каменная кладка всего в 0,5 метра шириной. При этом ее даже не нужно дополнительно утеплять. Бывает, используют утеплители внутри стены кирпичной, но чтобы сделать такую кладку, нужно соблюдать полную технологию, чтобы не было такого, что утеплитель мог внутри стены и были какие-то определенные проблемы, и плесень, или грибок в доме. Чтобы таких неприятностей не случилось, специалисты рекомендуют выбирать компанию с комплексным подходом. Владимирский строитель берется за работу с момента проектирования здания. Специализированный отдел в проекте будущего дома учтет все тонкости строительства, от ландшафтных особенностей, бюджета до вкусов заказчика. Владимирский строитель работает под девизом «Строим как для себя». Следующий материал для тех, кто когда-нибудь сталкивался с продажей или покупкой недвижимости. Процесс этот хлопотный, долгий и трудоемкий, особенно если проходить его в одиночку. Как сократить время, сохранить нервы и не потерять в деньгах? Мы узнавали вместе с экспертами одного из владимирских агентств недвижимости. Риэлторы уверены, со специалистами не стоит бояться даже сложных сделок. Подробности далее.
Продажа квартиры – дело хлопотное. Если вы решили действовать самостоятельно, готовьтесь потратить много времени и сил. Сначала определяйте рыночную стоимость жилья. Изучайте аналогичные предложения в интернете, закладывайте в стоимость сумму ремонта, учитывайте расположение дома и инфраструктуру. Только на это уйдет не один вечер. Потом нужно сделать фотографии, разместить объявления о продаже в интернете и газетах. Если квартира найдет покупателя, собирайте документы, устраивайте осмотры и торгуйтесь. Но сэкономить время и нервы можно. Что мы делаем, когда вы приходите к нам? Для начала мы готовим квартиру к продаже. Делаем оценку, определяя ее рыночную стоимость. Даем рекомендации по предпродажной подготовке. Создаем рекламную кампанию квартиры, привлекая всех покупателей. Профессионально организуем показы и презентацию квартиры. В этом случае все, что понадобится от собственника квартиры, лишь прийти на сделку для заключения договора купли-продажи и получить деньги. Свои подводные камни есть и при покупке жилья. Не хотите, чтобы новоселье обернулось головной болью? Обращайтесь к проверенным агентствам недвижимости. Для них репутация важнее, чем связь с сомнительным проектом. В первую очередь мы сопоставляем ваши желания с вашими финансовыми возможностями. Подбираем возможные варианты из всей базы объектов. Организуем просмотры. Проверяем юридическую чистоту квартиры. Торгуемся с продавцом, если это необходимо. И ни за что не позволим вам переплатить за квартиру больше ее реальной стоимости. Но что делать, если с объектом вы определились, только вот денег на покупку квартиры нет? Лучший выход – ипотека. Но и тут специалисты не рекомендуют сразу бежать в банк, где обещают самые выгодные условия. Помните, большинство условий пишут под звездочкой. Так даже самое выгодное предложение может оказаться лишь рекламным трюком. Мы обладаем полной информацией по условиям кредитования всех банков нашего города. И подберем для вас наиболее оптимальный вариант, исходя из ваших возможностей и пожеланий. Кроме того, мы имеем ряд преференций в работе с некоторыми банками и можем предложить уникальные условия именно для вас. Еще одна опасность, которая ждет покупателей, если они самостоятельно выбирают квартиру – юридические проблемы. Вам предстоит потребовать с продавца уйму документов, начиная от счетов за коммуналку, чтобы не взять жилье с долгами, и заканчивая списком собственников. То же касается и покупки квартиры с помощью материнского капитала или перепродажи жилья, за которое еще не выплачена ипотека. Мы проводим правовую экспертизу документов, сопровождаем сделки любой сложности, которые связаны с использованием средств материнского капитала, кредитных средств и с участием несовершеннолетних граждан. Мы гарантируем законность и чистоту вашей сделки, что в будущем позволит вам избежать каких-то сложностей и проблем. Операция с недвижимостью – это всегда хлопотно и долго. Избежать проблем и сэкономить время помогут в агентстве недвижимости и Уфы и партнеры. Для этого нужно всего лишь позвонить по телефону 46 11 22 377 022 или зайти на сайт ufapartners.ru, где можно оставить заявку для обратной связи. Надеюсь, теперь вы знаете, как сэкономить на строительстве и сделках с недвижимостью. Если вы не успели что-то запомнить, эту программу можно посмотреть на сайте 6 канала 6tv.ru в разделе «Проекты». Ну а я прощаюсь с вами и напоминаю, что стать героем нашей программы можно, позвонив по телефону 54 10 24. С вами была программа «Под ключ». До встречи через 2 недели.